Киев наконец-то определился с оценкой ущерба от конфликта в Донбассе. Власти Украины озвучили сумму в 50 миллиардов долларов. Это сделал замминистра обороны Украины Иван Руснак. За два года цифра немножко подросла. Экс-премьер Яценюк в конце 2015 года твердил о 45 миллиардах. Часть этих потерь – людские. По официальным украинским данным, страна потеряла на юго-востоке почти 3000 человек убитыми и 10 тысяч ранеными. Хотя все равно не ясно, откуда в Киеве взяли эту цифру. На первый взгляд она выглядит заниженной, ведь трудно представить, что огромный регион с промышленными гигантами, а углем и всем прочим национальным богатством стоит так дешево. Впрочем, есть и другие мнения. Бывший глава Кабмина Азаров, Николай Азаров, наоборот, уверен, 50 миллиардов – это слишком много.